В Мытищах прошло совещание по рассмотрению вопросов ЖКХ и дорожного хозяйства. Провел встречу начальник управления по регулированию тарифно-ценовой и налоговой политики администрации округа Мытищи Павел Седойкин. На встречу пригласили представителей Сергиево-Посадского регионального оператора, мытищинских управляющих компаний, территориальных управлений округа. Пока на повестке дня актуальными остаются вопросы вывоза мусора с контейнерных площадок. В первую очередь обеспечение систематического вывоза твердых коммунальных отходов по графику, необходимость увеличения, наверное, определенного количества транспортных средств, в том числе с учетом загруженности дорог, ну и обеспечение оперативного вывоза твердых коммунальных отходов как с территории городского округа, так и с территории частного сектора. На особом контроле остается и вопрос задолженности управляющих компаний перед региональным оператором. Напомню, с 1 октября он самостоятельно выставляет начисления жителям городского округа, проживающим в многоквартирных домах, которые находятся в обслуживании муниципальных организаций.